Зашел у нас пятый игрок. Сейчас начнется ножевой раунд. Смотрим. Надеюсь, я успел. Да, ты успел, только начало ножевого раунда. Отлично. Все зашли, все. Мирамакс против принцессы. Ты озвучивай состав команды принцесс. А вот и нет, давай-ка а я буду. Нет. Ну тогда потом. Тогда потом. Я тогда сам озвучу за Мирамакс, а ты уже потом думай, как тебе ну, там их. Там довольно-таки просто там команда Dota 2. Bounty Hunter, Хускар. Довольно-таки все просто, так что. Я оставлю это тебе. Окей, хорошо. Пошли на живые. Пошли да, на живые. Мирамакс зарезали уже двух игроков. И трех. Вот, остались думаю, пять в два. Да-да, тут уже все понятно. Но почему-то перезапуск. Вы просили. Вот. Ситуация, конечно. Пошел запуск. Да, ну, лайв. Команда сделала. Мирамакс что запустили. Не пошли на провокации. Команды принцесс. Так, я думаю, у них будет по стандарту 2Б, один центр и 2. Пока вижу то, что 2Б, да, мид и 2А. У нас атака сейчас развивается, 2 игрока. Один игрок под Б, ну, затеррористов, 2 центр, 1 метро, решил прооркаднуть и просто игрок у нас красный. Даня у нас красный, 1337 минус левша. Атака у нас развивается под Б. Поинт Б уже взят. Идут всевозможные откидки на поинт Б, хотя там по факту никого нет. Интер сделает минус. У команды принцесс все красные просто играть. По одному, по два выстрела и все. 4 в 3 остались команды. 4 в 2. Ну, я думаю, это раунд будет за КТ. Да, тут очевидно. Да, тут уже очевидно. Последний 13, но тут только попади один разок и будет. Все, да, это раунд за командой Мирамакс. Жесткий 3 хп, дефит. 1-0 счет. Первый раунд за команду Мирамакс. Вырывается вперед. Я так понял, у них полный закуп. Ну, у них через одного. Ну, полный это средний закуп, а ну команда... да, через одного. Команда принцесс у нас идет на. Под Б никого нет, это просто. А, это врыв. Двое метро, трое ну, метро и думаю, двое. Если через метро можно попробовать забрать плент. Инфа почему-то не проходит о том, что плент А забирают. Ну, вот сейчас прошла инфа и пошел атяк. Минус один. Хантер. Вот так вот слепую. Минус два просто, его. Да, на сливе. Ребята, берут сейчас раунд. Будет ставиться плент, это дополнительные деньги. И на следующем раунде команда террористов 5 в 3. Будет при полном закупе. 5 в 3 остались. 5, 4 в 3. 4 в 2. Левша будет обходить у нас с просвета. С морковкой, я думаю, ну он должен взять. Ну, хотя бы одного он убьет, я думаю. Да. Да. Остается 3 в 2. Ему бы поторопиться бы. О-о-о, 1 в 1. Ну, 50 и 100. Позиция Хускара более выгодная. О, не прочекали. Да, Хускар это раунд за принцессами. Левша убегал в метро. Это раунд за принцессами. 1-1. Ну, сейчас будет полный закуп от команды принцессы и слив. Слив от команды. Команды. Ну, не слив, у них морковь, у них морковки. Половину кто-то дигл, кто-то Б3-2. Непонятная тоже экономика. Хиби встречает центр. Ему уже 20 хп оставили. Дал инфу о том, что двое прошли мид. Пытается Bounty Hunter прострелить бомба. Стену, но непонятно зачем это он делает. Заходит на плент. Мне пишут, что стрим лагает. Ну, это, вот не у, это не у всех лагает. Лагает, да, не у всех. Крейт и пишет, просит убрать половину, и сделать вот поменьше. И 5 в 3 игроки остались. Ну, раунд будет за команду террористов. Я так думаю, да, потому что у них полный закуп. Позиции не будут лезть вот так.
Да, и остался один левша, который, в принципе, на меде но делает левша минус. Выбивать дроп, Нет, и нет, у него нет, не нет, вышло не это. получилось. Да, счет 2-1 в пользу принцесс. Смотрим, что будет делать команда принцесс. Идут под Б Да, у они нас. под Б идут. Нет, Но бомба идет все-таки двое у под А нас на под мид. Б и трое в центр. АВП будет, скорее всего, делать подсад, как я думаю. Но АВП у нас тоже убегает под Б. Остается один человек у нас на центре. Один в кишке. Файн, файн сейчас будет Аркадий, должен будет встретить Баунти Хантера. Как раз ситуация такая, что в спину и И не убивает. Баунти Хантер Просто не вовремя попал. вышел и решил посмотреть, что там происходит на просвете. Вот так вот поймал он файн. Да, Отлично откид хае в хами дым, откинули. две хае. И в итоге И сейчас будет опять 5 в забираться 3. план Б с двух сторон. 4 в 3. 4 в 2 просто ребята Зажимает у остаются. нас И это еще один из Интерза. нераундов. Интерза, что же он будет делать? Он будет стоять наверху и терпеть от хае. Вот что он будет делать. Но в итоге Ох, он успел повесить голову и попал. Еще одному И в голову оставил дал одно один хп. хп оставил, да. Сам Отличный себе флеш, откинул флешку. отличный флеш. Жесткий у нас будет вылавливать дигла. И что у него выйдет? Хускара-то убить. Да, у него, мне кажется, нет, Нет, не получится выйдет. так, как Один ему хп хелпануло. вышел, и откуда он не ожидал. 3-1 счет, принцессы ведут. И сейчас должен быть закуп, закупочный раунд. Да. И у одной, и у второй команды. Вижу закупочный раунд. Тебе мутит распрыг. Через один прыжок получается. Баунти Хантер пытался сделать префайр в надежде, что в проходе будет кто-нибудь стоять. Ой-ой-ой, левша встретил машину. У нас минус один. Поймал в кишке, как я понимаю. Да, если левша пройдет дальше, то он сделает минус Даня. Но он этого не Плент будет у нас делать. Проходит по метро и будет, наверное, шифтить. Шифтить, не шифтить. Нет, не шифтит, потому что команда заняла плент А. Не полностью, но уже на подходе. И будет устанавливаться бомба под Да, метро. везде раскидка дыма уже есть. Все, это устанавливается Ксиби. бомба. Ксиби 4 в 3. Обходит на шифте. 3 в 3 остались. Остается Левша, на левша ждет, наверх. пока дым... Сейчас Да. направо наверх. Дал в голову Баунти Хантеру, Баунти оставил Хантер 11 ситуация хп. 2 в 2 и 11 хп Баунти Хантер. Поймали его, и остается один Хускар, который стоит под метро, и к Сиби непонятные действия, не прочекал, но Да. Хускар играет отлично и убивает двоих, и Счет 4-1. тем вытаскивает Принцессы танк ведут. своей команды. А это должен быть снова слив у команды Мирамар. Да, да, у них дигловый слив, просто без закупа. Граната, дигл. А, деф. Баунти Хантер мид идет. Также пытается поймать на Да, деф. В надежде поймать кого-то. Тут стоит Ксиби. Ксиби, я думаю, Да, не это знает. Б проходит. Б проходит. В кишке Хускара с плантом. Даня, Даня будет сделал сейчас минус. Левша отличный минус Да, да. Левша сделал просто И в итоге отменный. Остается один файн, который сидел на пленте А. Ситуация была понятна, что обходили со всех сторон. И Мне кажется, он сейчас Б попробует было убить шансов. Одного, да, и выбить просто Но он не деф. убьет, Ну, у не него не убьет, получится, да. да. На таком расстоянии дигл против АК, думаю. Немного шансов остается. Сейчас будет закупочный раунд. Я думал, будет еще один слив, чтобы полностью команда комплектовала себя. Идет у нас АВП на центр, да? Ищем Ксиби, вот он стоит и не ловит. А там 8 Баунти хп Хантер, потерял. Не глядя, я знаю, что это Баунти Хантер. Да, это Баунти Хантер. Ксиби пытается прострелить стену с ноузума. Левша у нас убивает двоих. Флешку Хиби, и вот делай так Хиби. Вот зарашил вовремя. Ой-ой-ой, просто команда принцесс сейчас будет ловить к Сиби. Нет, не ловит. Не получается, и сейчас Баунти Хантер просто убьют. Нет. Вот так вот к Сиби промазал. Ну, убьют, я имел в виду то, что жесткий сделал минус 4, если я не ошибаюсь. Жесткий минус 4, нет, у него всего 3 фрага. Да, на минус 4 и пишет на кино. Нет. Там не минус 4 было. А, минус 3, да, извините.
будет делать команда террористов. Также такой же тактика идут под плент, а? Проходит просвет, просвет странно, никто не смотрел, никто не даст инфу, что трое прошли уже. Но падает плент у нас. Еще минуса идут. Плент уже минус 2. Просвете. 5 в 2 остались, ребят. 5 в 3 остались. Вот 5 в 2. Ну, я просто ванга, я же тебе уже объяснял. Да, я уже просто предугадываю ситуацию. Что 1-3 трасс 7 должен еще один минус сделать. Машина сможет. Машина не сможет. Сможет. Сейчас флешечку прокидывают там в слепой, и он его сейчас должен убить. Нет, не убил. Я тебе говорил, он сделает минус. Одно хп. В спину его оббегает. Левша должен его сейчас встретить. Я так думаю. Если бы левша выглянул сейчас, он бы сделал бы минус. 10 хп осталось у машины. Это бесполезно. Сейчас. Лучше бы просто он ушел сейвить. Террористы заняли центр и будут охранять план, который они выбили. А, он просто будет сейф и все. Туда, где никого нет. Пытаюсь задеть. Сейчас попробует выйти, скорее всего, центр. Ну, я думаю, 10 хп и 10 секунд не стоит лезть. Проще будет засейвить. Ну, я не знаю, смотри. Видимо, это не про него, это машина убийств. Не, он засейвил. Счет 5-3. Но он не сидит на месте, как я посмотрю. Он двигается, постоянно движется. Он в надежде был еще одного человека убить. Да раздал дропы. Скидывает автомат. Команда у нас будет делать... Команда с плунтом идет у нас, три человека, да. Двое центр, один идут. Метро. Скорее всего, это будет центр. Хиби встречает. Не совсем получилось. Файн должен сейчас встретить метро, потому что... Нет, машина все-таки выходит через дверь. Ждет возле двери от того, что если кто-то сейчас выйдет, чтобы хлопануть. Выходит на балкончик, должен с Файном. Нет, Файн оттянулся. Файн у нас отходит, грамотно делает, что не идет в атаку. Сейчас войти. Вот он решил посмотреть. Никого не увидел. Убил одного под Б, который отвлекал команду. Это Даня. Я его вспомнил. Даня. Смотри, сейчас нет, Файн оттянулся. В самый неподходящий момент. Террорист очень долго проводит свою атаку, делает подсад. Да, и просто их по одному просто был. Разбирают. Вот и все. Зашел, да. С другой стороны, не с той, которая ожидалась. И просто стрелял. Баунти Хантер, смотри, сидит, ждет. В надежде того, что кто-то выпрыгнет, он сделает минус. 5 и с диглом, с пунктом. Сейчас должен будет залазить. Слышит, что стреляет и... Делает минус, Сибиф, да. Сибиф очень и... странно, что не заметил его. Возможно, там было... Инфа прошла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Саму Хантер пытается отстрелить. Флешка такая веселая получилась. Никому не зафлешила? Ну да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас пойдет под Б и... А, нет. Его ждут уже здесь. Ситуация 5-4. Ну, человек постарался. Я думаю, это будет недолго. Сейчас команда террористов. Нет, просто они видят. Они в том раунде сделали все медленно, им сейчас просто нужно выйти быстро плент. И что они, скорее всего, будут делать? Они вчетвером побежали под Б. Ну, я думаю, надо выйти. Бомбу скидывают на последнего игрока, и вот первый выходит. И две хаи отлично залетают, машины. Флеш, слепой. Левша у нас принял одного. Сейчас будет проверяться. Сейчас будут вверх. Вверх будут встречать, смотри, вдвоем встали. Невыгодная позиция. Левша, я думаю, сейчас будет зайдет в спину. У машины 6 хп, минус машины. Да, не делает еще один минус. И в итоге все. И да, это слип. Да. Это слип. Ну, слип, я думаю, должен был проходить чуть быстрее, полностью вывалиться в пятером на плент Б и пытаться установить бомбу, чтобы были дополнительные деньги. А сейчас команда у нас на закуп. Bounty Hunter идет с ОВП быстрее. Быстрее, как может. В надежде убить Хиби, да. А Хиби просто его троллит. Туда-сюда. И ушел обратно. Пытается развести его на выстрел и самому выйти. Как по фасту выйти и повесить головошот. Да, минус Хиби. Было. Минус Хиби. Хиби просто сидел, жал, и ни одного патрона не попал, жестко ни одного хп не снял. Он попадает в спину с ОВП. Вот так вот два раза промазал, а Баунти Хантеру хватило одного патрона, чтобы убить его.
Так, за ошибки приходится платить. Баунти Хантер пытается прострелить. Он прострелил. Он прострелил через... Через стену прострелил. Я смотрел просто этот момент, он стрелял через стену, попал в голову. Хорошую. Ну, вот это красивый момент. Ничего не остается, кроме того, как засейвить свой девайс. Ну, левша сейчас раунда. Попробует. Нет, не будет пробовать. Нет, он не будет. Валбенк Рус. Да, нет, мне кажется, левша сейчас сделает минус кого-нибудь. Кого-нибудь если не заберет. Если кто-то пойти в кишку, то... Думаю, левша не простит. Да. Тем временем, и вот эти. Я даже знаю, кто-то. Я даже понял, что это за машина. Это. Нет, Хурт он играет за Кингдом. Я думаю, это Хурт. Снова вот эти начинают слова. Слабый, не слабый. Слабый, не слабый. Слабый, не слабый. Закупочный раунд у нас контр террористов. Левша раздал там дроп. Террористов. 6-5 счет. Равная игра. Довольно-таки равная. Файн очень плохо сел, его могут чекнуть и прострелить. Жесткий у нас будет принимать метро. И там есть Хускар, пытается сейчас убить его с ВП. Но Хускар открыл. Он слепой. Хорошо залетела флеш, еще одна флеш, но она полетела мимо. И Хускар. Сейчас одну секунду, жмёт, меня позвали, я отключусь. Плен был установлен на точке А. Что-то машина нервничает, смотрит, дергается везде. Не могут определиться, какую точку смотреть. Левша заходит у нас с респы, сейчас будет проверяться. И один в один ситуация АВП к себе. И к себе отлично заходит, но, к сожалению, не успеет он раздефить план. И это будет 8-6. Ой, 8-6, 7-5. Я же предсказал счет, 8-6 будет. Закупочный раунд от контртеррористов. Сколько у них денег уже? Который раунд? Они проигрывают и все равно покупают. Атака у нас строится под план Б. Халдят, выжидают. Кто-то сидит с АВП, смотрит. Вот решаются пройти. И что у нас на пленте Б? На пленте Б у нас Интер сидит вблизи и будет смотреть. Выход. Идет раскид флешек. Дани принимает наверху и падает плент еще. Левша убивает двоих. Прыгнул Баунти Хантер вниз и вовремя посмотрел на Интерза. Поставил отличный голову. Жмёт в дым. Контртеррористы понимают ситуацию, что 4 в 3 и надо пробовать забрать раунд. Наконец-то. Стоит за ящиком машины и отстреливается отверху, но не совсем удачно. Это вот Хускара все хорошо. Жмёт он вслепую и его убивают. Так вот, 6-7. Команда прицесс ведет. Пропал мой друг. Пропал. Слив. Слив от команды принцесс. Сейчас будет атака под плент А. Пытаться выйти метро из просвета. С двух сторон сразу поджимать. И у нас убивают одного. Второго и забирают план Б. А, у нас. Идет оттяг. Левша у нас наверху смотрит. Смотрит и принимает Баунти Хантера. И падает плент у нас. Баунти Хантер нес плент с собой. Вот так вот выбил. Интерс до сих пор у нас стоял на пленте Б. Думал, что это будет фейк и... Я думаю, он будет делать сейф. Потому что 1 в 4, когда... 11-12 хп. Не знаю. Да, это будет сейф. 8-6. Как я и сказал.
видел. Ой, как. 12 хп. Зря пошел он. Слил АВП. Не надо было ему это делать. И не поменял позицию. Интерс. Прошла инфа, что он тут сидит. Идут к нему? Нет, не идут к нему. Не успели его забрать. И последний раунд за первую половину. Полного закупа я не вижу. Вот это дигл. Вот. Террористов все в порядке. С экономикой. Плент у нас идет. Плент у нас уже никуда нет, потому что его выбили вместе с машиной. Придется сейчас террориста попотеть, чтобы забрать его. Сейчас должен Интерес убить. Более выгодная у него позиция, да. На лестнице полез. Вообще зря он это сделал. Монти Хантер у нас забрал плент и пытается убежать на А. 1-4 ситуация. Ну что, Баунти Хантер, покажи нам, как это надо делать. Как надо тащить раунд. Интерс у нас не уходит никуда, стоит наверху. Баунти Хантер шифтит у нас под плентом Б. Вот так вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Интерс сидит закрытый у нас. И Баунти Хантер, скорее всего, не найдет его. Главное, ему сейчас не подобрать темку, чтобы не спалиться. Он решил ее покидать страну в сторону. Интерс, не выходи. И ой, как вовремя-то он вышел. Говорю, не выходи, а вот так вот. Невнимательно Баунти Хантер себя повел. И 8-7, первая половина прошла за командой Принцесс. И сейчас будет играть за Дефенс. Посмотрим. За Дефенс, скорее всего, здесь играть легче, насколько я знаю. И должна команда Принцесс выиграть эту игру. Но случается всякое, случается много. И, возможно, Мирамакс перевернет эту игру. Атака у нас строится в пятером, полностью в пятером. У нас идут под план Б. Сейчас, скорее всего, будет откид. Нет, откида я не вижу. Нет откида. Хускар проверил просвет, дал инфу, что никого нет. И смотрит дверь из метро. Должна быть инфа, что под Б идет флеш и залетает. Залетает у нас. Идет расстрел. Расстрел активный. Война. Один наверху у нас стоит. Нет, наверху на зиге. Гранаты. И ему откидывают флеш. И все взорваны. Заходит у нас Атлент. Делает минус. Файн тоже делает минус. Разлина. Баунти Хантер спрыгивает сверху. И остается один к себе. Один в два. Дефит плент и не прикрывает мейт, но к себе просто зафейлился. Не убил его, и можно было за этот фейл можно было резать его. Как он его не убил. Да, это 9-7. Сейчас будет скорее всего, два эко-раунда от команды террористов, если они не поставят плент или не затащат раунд. В двух случаях. У них будет два эко-раунда. Если поставит плент и затащит, то будет у нас закуп и будет война у нас на третьем раунде. Выходит Хускар с просвета и просто первым же патроном попадает жесткому и добивает его в тело. Вот так вот сразу первый минус у нас. И скорее всего будет у нас еще один эко-раунд, но Левша говорит обратное, что не будет у нас эко-раунда. Интерс подтверждает его слова и ситуация 3 в 3 у нас. Проходят ребята план Б. На планте Б у нас никого нет. Хускар спешит, торопится. Чтобы не успели поставить плент. Левша у нас. Что делать Левша и Ксиби, и Баунти Хантер снова остается один. Сейчас-то, надеюсь, он не зафейлится на этом верху. Давай, прыгай и смотри их. Висит в пленте и не прочекал он плент, и Файн его забирает в спину. И 9-8. Сейчас будет закупочный раунд от команды террористов и следующий раунд от команды контртеррористов. Вот так вот. Да, интересная игра. И тут у нас двое центр, откид у нас идет на центр. Но тут никого нет, потому что 4 человека идет у нас в метро на шифте.
И Аплент у нас. Аплент у нас, по-моему, оставили, да? Никого нет на нем. Никого на нем нет, так что могут смело выходить они. Левша у нас стоит под плентом Б, шумит, шумит, чтобы был оттяг. И тут у нас три человека, еще делает минус. Ну давай второй минус еще сделаем. Нет. Размен у нас один в один. Оставил 75 хп в машине. Прошу прощения за мое отсутствие, я снова Да, вернулся. твое отсутствие тут немножко Я ситуация. много пропустил, я так понял, да? Ну, счет 9-8. Файн у нас убивает в метро. А кто ведет, Далеко на команда самом... Miramax? Нет, принцесса у нас ведет. Пока ведет принцесса. Сиби пытается попасть с него, пока у него это не совсем получается. Жестко ждет в спину, а никого там нету. Машина что-то не рискует заходить, но, скорее всего, он будет Машина убивать. Зажал. Зажимает, еще один фраг и... И пойдет заберет сейчас Калашникова просто. Да. Забрал Калашникова, есть. 9-9 счет, ровная игра у нас. Что у нас? Закупа нету. Не вижу АК, предыдущие дропы. А у террористов есть закуп. Идут снова, они идут метро вчетвером, а... И один левша только идет да, под Б. Да, левша у нас снова идет под план Б. И жесткий принимает Баунти Хантера и... Машина, смотри, как встал машина. Сейчас просто левшу должен... Машину как встал. А, вижу, наверх забрался, да. Сейчас левша просто выходит и получает ваншот. Да, слышит, что идет перестрелка. И... Нет, левша у нас... Левша пошел наверх. Решил подержать свою команду и прикрыть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да, файн минус сделать, минус. Жесткий 5 хп у нас остался. Надо ли вообще поторопиться, добежать до плента, чтобы ничего не успели сделать. 2-2 ситуация. И левша, походу, не успевает добежать, да, не успевает. И 2 в 1. Сейчас просто минус жесткий. Нет, жесткий, смотри. 5 хп, это еще один раунд, походу, за Мирамаксом. Как и вчера, да, не попадал, и сегодня не попадает. Дым, нет, это флэн. И отлично, жесткий. Да, и жесткий затащил, взял раунд. Да, и зажал в спину машине. Так вот, жесткий с 5 хп сделал минус 2 и спас команду. Жесткий. В том раунде его хвалили, в этом раунде он успел выйти, сразу его убили. И у нас команда Miramax под плентом Б. Хиби пытается кого-нибудь поймать в кишке. Но здесь никого, к сожалению, нет. Файн стреляется в надежде кого-то убить. Но команда принцесс не лезет. Один. Машина, в общем, наверху. Смотрит окно, если кто-то будет оттягиваться. И команда Miramax халдит. Пытается сделать минус. И вот, Хиби делает минус в кишке. Файн проходит на плент Б. Сейчас должен встретить Даню и минусануть его. Да, у него это получается. Плент Б чистый. Машина вернулся и сделал минус Файн. Не, мне надо было отойти немножко. Но сейчас я вернулся. Так, плент... 2 в 3 ситуации. 20 секунд до конца раунда и надо 20 секунд до конца раунда и Интерс... Они, походу, будут либо делать сейф... Сейчас, если машина остановится, то он зайдет в спину, но... Решает пойти на план Б или будет сейф. Один будет в три. Да, это будет сейф. АВП. Возьмет АВП, скинет плент. Нет, не скинет плент. 10-10. До сих пор ровно игра, берут по очереди команду раунда. Так у нас идет под план Б. Все в пятером идут, никакого фейка, никакого шума. Будут шифтить, сначала постоят, потом будет... Но там машина любит залазить на окошечко, поэтому я думаю, он сейчас чекнет. Ну, машина или кто там накинул дым у нас? Накинул дым, будет тяжело террористам выйти в него, потому что они в нем ничего не будут видеть. Стоят они зажатые вместе. Файн у нас решил отойти назад, посмотреть спину. Ну, правильное решение.
Команда потихоньку идет на шифте, но Даня убивает Интерза и убивает Планет. Жестко отвечает. Убив Даню. Как размен у нас идет по очереди бывает. Ну файн остается один с АВП и сейчас будет принимать. Принял одного. И вот так вот Баунти Хантер залетел к нему быстро. Подбежал в спину и накидал его. 11-10. Сейчас у нас атака идет под плент А, и левша у нас ушел на плент Б также. Только сейчас у него нет П90, с которого он делал фраги. Команда шифтит в метро у нас. Она, кто-нибудь готов принять? Да, готовы принимать их. 2 ВП у нас на А стоит. И левша у нас убивает на пленте Б. Сейчас будет с плента А идет оттяг. Отлично. Отлично сделал левша. Баунти Хантер остается, но он как-то откидывает флеш. Команда ждет момента, когда бы выйти. Баунти Хантер смотрит на нас все, не хочет ходить. Дал инфу, что полетел флеш. И то, что прошли у нас 3 человека. Сразу 2 флешки ему, чтобы точно убежал, забоялся. Ставится у нас плент под метро, но Баунти Хантер убивает жестко. Выходит сверху и будет чекать, но никого не видит, потому что Ксиби у нас стоит. И сейчас не прочекал у нас машины и поплатился он. Ситуация 2 в 1 остается. Дефит, нет, не дефит плент, но уже не важно. 11-11. Нет, не 11-11, 12-10. Вот так. Думал, команда у нас Мирамакс выигрывала. В итоге было наоборот. 12-10. Принцесс ведет. Снова при закупе у нас команда идет в метро. И левша у нас снова идет на план Б. Посмотрим, что он может наделать. Какое оружие, он редко это взял. И ставит голову самоуверенному Дане, который понадеялся быстро выйти и повесить, собрать покер. Но не тут-то было. Левша у нас. Левша поднимается наверх. Видимо, хочет пройти до конца. До конца. И Баунти Хантер получил такую плюшку на 63 хп остается. 37 хп он остается у него. Команда делает минус Хускара. Сейчас будет выходить на плента. Баунти Хантер не попадает с АВП. Сейчас было тяжело промазать. Ждет его. Ну давай. 2 в 3 ситуации у нас. Вышел, ой, как повесил-то, знал, что он там стоит. 5 хп остается у Баунти Хантера, и у него нет, шанс был у него. Но убить одного из двух, любого. Машина остается у нас один в дом. Знает, что наверху, видел его. Сейчас попробует обойти его. Но файн должен хитро. Нет, файн не делает хитро. Не попытался он убежать. И левша у нас сделает сейф. М16. 12-11. Сейчас, я думаю, также будет в метро или в шах нас под Б. Так и происходит. Ну давай, левша. Сделай минус на Б. Не уверен, левша идет. Сейчас будет откидывать дым. И на Б-то у нас один-то Баунти Хантер стоит. Так вот угадали они. 4 на 4 получается будет замес. Даня уже успел убить Интерза. Кидывает Хаен, но не совсем удачно, ни в кого не попал. АВП у нас будет входить в центр и, скорее всего, зайдет в спину с просвета. Файн ставит плент и зарезал Хускара. Ай, молодец, еще раз деф. Нет. Но за нож отдельное спасибо. В дым зашел, зарезал и все.
так это надо. Вот так и надо делать. Постоянно надо делать. Дефи, дефи, а левша, левша у нас не успевает выйти, еще и получает в тушу. Не засейвил, не спас раунд. Так. Лучше бы ты план Б забирал постоянно. Атака у нас. Кто-то у нас ливи, кто-то нет, кто-то у нас с АВПН. Странная ситуация, кто-то с АК, кто-то с деглами. Тоже экономика не совсем не ясна. И не совсем пойму, что они делают, что они хотят, ну, посмотреть за плентом, скорее всего. Плент у нас будет идти под Б. Сейчас он будет заходить в кишку и будет смотреть зигу. Ксиби тем временем повесил голову в метро. Хускар, Хускар будет ждать Ксиби и Ксиби. Давай вторую голову. Нет, не будет второй головы, попал в тело. Левша и Файн стоят, стоят, чего ждут, непонятно. Надо выходить, надо тащить. Жесткий пытается, пытается попасть по машине, но за него это делает Интерс. Левша наконец-то решил выйти и посмотреть вверх. Проверяет, проверяет, видит и Bounty Hunter, ну как же так, ты подставляешь бок, выпрыгиваешь, чтобы тебя убивали даже с трех сторон, сверху, снизу и зиги. И тут ситуация 3 в 2, я думаю. Террористы не подпустят их на плент. И счет у нас будет, какой-то будет счет. Кидает дым, не совсем точно. Да, это будет сейф. Хускар, правда, попытается принять, но Интерза и жестко сейчас Интерз нарвется на пуль. Нарвался и давай жестко еще. Выбил ВП, выбил ВП. Сейчас пойдет, заберет его. 13-12 счет. Забрал ВП. Никому не будет скидывать. Будет скидывать. Пошла у нас атака снова под Б. Да. Откидывается на дым к себе. И халдят. Выжидают раша от команды контртеррористов, но я думаю, не следует этого ожидать. Проходит потихоньку Хускар, Хускар. Посмотрим, что ты сможешь сделать. Рассеялся дым, и сейчас будет выход. Потихонечку идут, идут. Убивает Bounty Hunter и давай, Хускар. Принимай. Выбил плент и его обходит сверху, да. Нету помощи. В свое время пытается попасть на узума на ходу, но это очень промечивое решение. Сейчас будет заходить сверху и снизу. Да, не у нас 11 хп. Нет, стоит и ждет. Снизу простреливает у нас Ксиби. Попадает машина в голову, но я думаю, это не совсем решит ситуацию. 13 раз счет. Так вот. Террористы собрались и сравняли счет. 6 раундов. 6 раундов у нас. Нет, не 6, 4 раунда у нас может быть. И, возможно, будет овертайм. Посмотрим. Контртеррористов закуп. Тоже непонятно, кого-то диглы, кого-то М16. Ну, дигл, дигл вешает у нас ваншот. Слышал я один выстрел в кишке. Сейчас заберет дроп. Но Ксиби, Ксиби этого не даст. Он ждет его. Вот это да. Ксиби-то дождался пулю вот это. Просто. Не пойму, как так может получить. Инфа прошла, что в кишке, но так вот стоять и получить ваншот. Два ваншота у нас повесил. Этот персонаж. И врывается на план Б, левша будет сейчас ставить бомбу. 4 в 3 ситуация. Но тут еще пока неизвестно, что. Левша сейчас будет выходить, зашел в спину. Делает размер, пытается, ну, зря вот этот бонихоп, он
очень до хорошему-то не приведет, если так прыгает постоянно. Вот дефов-то и нету, нету дефа. Сейчас будет прострелить, но лучше не выходите. Парень поверил свой скилл, и как мы видим, не зря он поверил свой скилл. Убивает 100 хэпового баунти хантера, и счет у нас 14-13 в пользу команды Мерамакс. Вот так вот. Принцесс расслабились у нас, подумали, что там 12-10 уже победа в кармане, а не тут-то было. Идет команда вчетвером по метро и левша. Я не сомневаюсь, что левша у нас идет под план Б. Посмотрел, увидел АВП и правильно принимает решение, что лучше не лезть, лучше убежать, помочь своей команде. Сейчас будет выходить через кишку и на центр. По просвету будет проходить. И Даня принимает двоих, отлично. Попадает. Идет еще, ну. Машина вешает ваншот к Сиби и убивает нашего левшу. И 101 в 5 у Файна, я думаю. Если затащит, то это будет что-то невероятное, но он не затащит. 14-14 счет. Хускар у нас убивает. Дота 2 тащит. Баунти Хантер Хускар. Стоит, халдит, выжидает Раша. Как я повторюсь, я думаю, что не стоит его ждать. Принцесс команда грамотная. Сейчас будет раскид, есть ли гранаты? Да, есть гранаты, значит будет раскид и будет выход. Но Баунти Хантер... Баунти Хантер спрыгнул, сделал два минуса. Выбил плент, сейчас он будет просто стоять и смотреть на плент. Кидывает дым. И в дым убивает к себе. Зря он вышел сразу после дыма, и Баунти Хантер минус 4 ваншот, ну давай, минус 5, отлично, отличная игра от Баунти Хантера, сделан минус 5, отлично, я успел посмотреть все фраги, вот так вот, спрыгнул вниз, с АВП принял, повесил пару, выстрел с дигла в голову, отлично. 15-14 снова идет у нас атака под план Б, но тут у нас у всех диглы, это слив, это очень плохо, что последний раунд. Слив и Баунти Хантер, еще, давай еще второй минус 5. Минус 3 с АВП, что он вытворяет, что вытворяет? Я не могу в это поверить. Минус 4 и давай минус 5. Два раунда подряд будет минус 5, я пожалуй. Минус 5, два раунда подряд, за два раунда 10 фрагов. Ну это просто я, это невероятно, это я вижу такое в первый раз, что ли. Вот такой вытворять. Да. Отличная игра от Баунти Хантера. Спасибо.